Добрый день! Представляю вам женский рюкзак французского бренда Tendance. Модель сделана из нейлона, прочного современного материала, легкого и долговечного. Он не боится влаги и прост в уходе. Прошитая обработка придала изделию актуального объема. В основное отделение уместятся планшет, кошелек, футляр для очков и бутылка воды. В плоские внутренние и внешние карманы на молниях можно положить ключи, документы и наушники. Текстильная подкладка мягкая и приятная на ощупь. Она прослужит вам долго. Рюкзак закрывается на двустороннюю молнию. Длинные пуллеры позволят легко открыть изделие, даже если у вас заняты руки. На спинке есть две лямки из нейлона. Их длина регулируется, рюкзак подойдет людям разной комплекции и роста. Сверху на модели есть небольшая ручка. С ней изделие можно носить в одной руке, как сумку. Носите этот рюкзак в стиле casual с широкими брюками, топом и кедами, а также с прямыми джинсами, свободной рубашкой и балетками без декора. Модель представлена в черном, темном хаке, красном, темно-фиолетовом, серо-голубом, темно-коричневом, темно-бордовом, а также в нескольких оттенках бежевого, серого, зеленого, синего и розового цветов. Оцените качество вашего нового рюкзака Tendance.